а вы модель? А я отвечаю, нет. Мне надоело отвечать «нет», я подумала, почему бы не начать отвечать «да». Везет красивым людям, просто идешь по улице, а тебе предлагают стать модель. А тебя хватает прям, да. Хватают в Милан, в Париж. В Версаче. Что вы делаете для того, чтобы держать себя в форме? Ничего. Модулинг – это про уникальность. То есть девочка может быть, да, красивой, но в ней нет той изюминки. Подводных ко мне на самом деле очень много. А длинная жизнь у модели? Говорят, что нет, но... Сегодня наша студия превращается в подиум, потому что в нашем алом кресле замечательный гость, модель Карина Катане. Карина, привет! Здравствуйте. Здравствуйте! Ну и главная тема разговора – это, конечно же, ваше участие в неделе моды в Париже. Да, во-первых, браво! Человек ехал до Парижа и показал там всем, как надо. И домой, главное, вернулся. Карин, какую одежду каких брендов вы демонстрировали? Ну, я представляла дизайнеров из Румынии. Самый знаменитый из них – это Каталин Бутизату. Да, смотрел, сколько стоит ее одежда. Одна юбочка долларов 400-800, да. Это да. Со скидочкой. Надо да. Вещи возвращать, я понимаю. К сожалению. А вы можете повлиять на то, какое платье вот вам дадут для того, чтобы вы вышли, прошли по подиуму? Повлияет, скорее всего, разве что рост и параметры, в какое влезу. То есть вы не выбираете? Вот нет. Что дали, нет. То... Типа, я... хочу с пайетками, а это не хочу. Нет, так к сожалению, хочу, нет. Хочу, там нет такого глагола, да? Бывает, девочки просят, хочу такое платье, оно больше подчеркивает мою фигуру. Но если дизайнер сказал, я тебя вижу в этом платье, в этой юбке, с этими там блузками, то так и будет. Если девочка начинает спорить, это плохо заканчивается. Карина, опишите, пожалуйста, ваш путь от Тирасполя до Парижа. До подиума. До подиума, да. Я вообще увидела в Инстаграме рекламу, что проходит кастинг, проходил он в Румынии. Я, недолго думая, написала. Я почему-то чувствовала, предчувствовала, что я пройду обязательно его. Это что, объяснился какой-то сон или что? И во-вторых, это был онлайн-кастинг или офлайн? Он проходил офлайн, да. Mm-hmm. Нужно было поехать. Я написала, списалась с организаторами. И они сказали, что все оплатят. Вы выслали какие-то фотографии? Кто определял, какие фотографии нужно послать на кастинг? Вот организаторы сами. Они просмотрели, я так поняла, мой профиль в Инстаграме. То есть соцсети, да. И никуда не скроешься. Да. Можно зайти и все-все-все посмотреть. Ну, в сфере моделинга сейчас Инстаграм играет большую роль, кстати говоря. Если вот клиент просматривает твой профиль, видит, сколько у тебя подписчиков, какие у тебя выставлены посты, он уже делает вывод, брать тебя на работу или нет. Карина, а сколько времени прошло вот от вашего появления, вообще желания стать моделью и до того момента, пока вы не добрались до подиума в Париже? Вообще я никогда не думала о том, что я хочу стать моделью. А кем вы хотели стать? Ветеринар такой. Ну, потому что подиум в Париже – это практически космос. Я никогда не думала, что я появлюсь на неделе моды еще и в Париже. Меня часто приглашали в Милан, но по некоторым обстоятельствам у меня не получалось то учеба. Я была несовершеннолетняя, родители не хотели со мной ездить. А кто сказал, ты должна быть моделью? Ну, знаете, когда... проходишь, и на тебя смотрят и спрашивают, а вы модель? А я отвечаю, нет. Мне надоело отвечать «нет», я подумала, почему бы не начать отвечать «да», и стала больше узнавать об этом, об этой сфере. Ну, вы знаете, на футбольных матчах часто присутствуют люди, которые смотрят матч, смотрят на игроков и отбирают сразу себе хороших. Вот скажите, в модельном бизнесе это тоже так работает? Да, бывает такое, что модели находят просто в супермаркетах, на улицах. У меня было такое, что я ехала в Кишинев пробоваться в модельное агентство, а ко мне подбегает девушка и спрашивает, а вы не хотели бы к нам в модельное агентство? Но это уже в другое. Я так растерялась, и я тогда была с родителями, и они уже там с ней разговаривали. Да, родители, мне кажется, сложно относятся к тому, чтобы дочка выбирала модельный путь. Я думаю, что он весьма тернистый. Да. Везет красивым людям. Просто идешь по улице, а тебе предлагают стать моделью. Тебя хватает прям, да. Хватают в Милан, в Париж, тебя везде везут. В Инстаграме у вас есть замечательная фотография, где вы в платье, я окунулся в этот мир, Клары Ротеску. Ее модели очень романтичные, да, то есть там такое все пышное, такое все розовое, воздушное. Да, а приходилось ли вам, может быть, носить что-то или показывать что-то угловатое, симметричное? Такое неудобное. Неудобное, да. Неудобное нет, но просто облегающее. Вот именно по фигуре платье было, оно было настолько узким, особенно в ногах, что у меня они заплетались ноги, и я даже немножко так поскользнулась. Ну ничего страшного, бывает.
Интересно, а какому дизайнеру вы симпатизируете? Чью одежду вы бы хотели вот так носить на подиуме? Мне понравился бренд Cristalini. Mm-hmm. Это вот как раз у них было это платье такое облегающее, но мне они очень понравились, такие, знаете, женственные, очень подчеркивали фигуры девушек, и мне очень понравилось. Ну тогда Валентина должен быть вам дом, Валентина должен быть вам близок. Вы не стесняйтесь в мечтах, мы не ограничиваемся тем модным показом, мировая мода. Ваша мечта, какой из дизайнеров должен вам позвонить и сказать: «Карина, айда к нам на подиум»? Версачи. Золото. Я тоже жду его звонок, кстати. Будем ждать. Да, вот когда была в Милане еще в 22-м году, я фотографировалась на фоне их офиса, и вот есть такая. Ждали, когда откроется дверь, вас позовут. Ирин, мне всегда было любопытно, а что с лицом у модели? Потому что вы сейчас сидите, вы улыбаетесь, у вас много эмоций, но на подиуме это нельзя показывать, то есть вы должны быть абсолютно нейтральны. А это когда как? Зависит также от предпочтений дизайнера. Если он хочет, чтобы его модели шли там с улыбкой. Вот в Кишиневе я выступала для одного молдавского бренда, и там дизайнер попросила модели, чтобы они шли по подиуму и улыбались. Угу. То есть тогда был момент, когда мы могли и покрутиться, и подольше постоять на одной точке. В тот же день пошел снег в апреле, понимаешь, Женя, да, когда моделям позволили улыбаться на подиуме. Да, но в основном просто, чтобы образ не отвлекал, советуют. Ну, чтобы зрители смотрели не на модель условно, а на ту одежду, которую она представляет. Мы уже поняли, что платье выбирает для вас дизайнер, а можете ли вы повлиять на макияж, который вам делают? Нет, это также выбирает все дизайнер. Вот у Каталина Бутизату, у него такая специфическая, на его показах специфические прически, то есть он просит парикмахеров, визажистов, чтобы моделям делали необычные прически, дополняли необычными украшениями в волосах, которые не очень удобные. А также макияж — это стрелки в основном, очень длинные, яркие. То есть вот так. Карина, наверняка на неделе моды в Париже присутствовали какие-то знаменитости. Может быть, вам удалось кого-то увидеть там? Были. Я, например, к сожалению, не встретилась, немножко разминулась с Ириной Шейк и Эмили Ратаковски. Uh-huh. То есть мы в один вечер пошли в бар один, а на следующий вечер они там же отдыхали. Ну, на неделе моды в Париже наверняка присутствуют еще какие-то знаменитости, которые сидят в зале. Вот вы когда идете по подиуму, вы вообще смотрите в зал? Вы кого-то замечаете? Нет, нужно смотреть только прямо. А кто был в зале? В итоге все равно же вы, наверное, знаете. Да, но знаю, что вот был принц из Африки, было посольство, румынское представительство и несколько человек из Шанел, по-моему. Принц из Африки, тот, который постоянно звонит и просит забрать наследство по телефону. А насколько хорошо оплачивается труд модели? Стоит ли оно того? Многие почему-то думают, что если ты модель, то ты, наверное, просто богат. Денег куры не клюют, как говорится. Да, на самом деле это не так. Это очень сложная работа, хотя многие даже не считают это работой почему-то. Но стоит учитывать то, что в Европу девушки едут, чтобы сделать карьеру, то есть продвинуться по карьерной лестнице, а в Азии уже можно хорошо заработать. То есть тут также зависит от типажа модели. А вы в Азии были где-то? Ну, или мечтаете, может быть? Не мечтаю, не была также. Нас и в Европе неплохо кормят. Но для Азии нужно быть в хороших параметрах. То есть мои параметры, например, слишком большие. Да вы что? Да. Все, может, они переборчивые слишком. Всем испортили настроение, кто сидит у экранов. Абсолютно нормальные женщины. Тут вы выделяетесь среди нас и своим ростом, и своей статью. Роскошно выглядите, а этого оказывается еще спасибо, и недостаточно. Да. Я думаю, многие согласятся, что радость делает человека моложе. Вот в Тирасполе, на Кировском начались танцевальные вечера. Туда ходят люди, те, кому, ну, скажем так, много за 30. Наш корреспондент с подробностями. Напоминаем, в студии у нас Карина Катан, модель, которая буквально недавно была на неделе моды в Париже. И у нас остались еще масса вопросов к вам. Один из них. Раньше были параметры, да, самые известные 90-60-90, которым все пытались соответствовать. Какие параметры для того, чтобы стать моделью, нужны сейчас?
90-60-90 сейчас считаются довольно-таки большими. То есть это пышки уже? Да. И то что делать? Для моего роста, то есть я высокая, это еще прям вот как раз. А для девушек, вообще в модельный бизнес девушек берут от 175 сантиметров. Угу. Это если на подиум. Вот для них параметры должны быть меньше. Сколько? Убираем примерно по 5-3 сантиметра. Угу. Ну, в принципе, в этой же норме и держится. Да? А легко ли держаться в весе? Ну, вес тут не играет вообще значения. То есть у тебя либо мышцы есть, либо мышц нет. Что есть... вы делаете для того, чтобы жирок. Держать себя? Жирок. Нагулял и тут же спустил его. Что вы делаете для того, чтобы держать себя в форме? Ничего. То есть пока... Мать природа бережет, так сказать. Наделила. Да, наделила. Вообще ничего? Ни спортзал, ни диеты? Ну, я и спорт... Что-то все равно уж как-то сдерживаете себя. Я и спорт это... такое, вещи да. не совсем совместимые по настроению. Ну, зарядка, пробежка, тогда, все равно что-то. Тогда же. Вопрос такой, 185 сантиметров. Это дорога либо в баскетбол, либо в модели. Либо волейбол. Но вам пришлось рост, выбирать? Мой рост, кстати говоря, довольно-таки высокий для подиума. Даже для модельного да. бизнеса? Не всегда беру девочек с таким ростом. Приходилось... Вам могут отказать из-за того, что вы слишком высокий? Мне отказывали так на Мисс Молдова сейчас, которая проходила вот последний будем ругаться. Раз. Сейчас будем звонить, будем ругаться. Еще один вопрос. Модель, она должна быть красивая, привлекательная, да? Это правда или это тоже не сейчас важно так? Многие думают, что вот вообще моделинг – это про что-то красивое, но на самом деле моделинг – это про уникальность. То есть девочка может быть, да, красивой, но в ней нет той изюминки. То есть бывают девушки там с какими-то оттопыренными ушами или с очень большими глазами, с такой рассадкой. С веснушками, очень... да? Очень да, абсолютно разные. И, в общем, это больше про уникальность человека. А есть что-то, что не нравится вам в вас, например, да? То есть вы точно не типичная у вас внешность абсолютно. У вас какие-то интересные глаза, красивые большие губы. Вот нос, не знаю, мне кажется, природа наделила вас всем, чем только... Все, что было у нее под прилавком или как говорится, под полы, да? Вот все подарили вам. А женщины такие существа, если у них кудрявые волосы, они хотят иметь ровные, если они ровные, хотят кудрявые. Есть что-то, что в вас вам не нравится? Да, у меня вообще вот, когда находишься в этой сфере и видишь столько красивых вот девушек, постоянно думаешь, а может быть я не такая, может быть со мной что-то не так. Вот она, например, красивее меня. И у меня всегда был комплекс насчет моего носа. Мне он казался очень широким. Когда я улыбаюсь, мне кажется, что он расплывается по всему лицу. Он тоже улыбается, да? Да, вот. Но потом, я не знаю, я как-то с этим смирилась, подумала, что вот дурочка была. Потому что вот как раз-таки, когда подростки, когда девочки, мальчики приходят в мир моделинга, это очень, я бы сказала, наверное, опасно. И если бы я думала о своем ребенке, я бы не хотела, например, чтобы он шел вот именно в эту сферу. То есть вы сами все переживете, без... а ребенок туда не пойдет, в это страшное место? Ну, если бы пожелал бы, да, может быть, там помогла, подсказала бы, но чтобы целенаправленно, вот ты должна идти в моделинг, нет, я бы... Я, конечно, хотела спросить, можете ли вы позволить себе каблуки, но, мы видим, но я что вижу, можем. Что можете. А это максимальное вы стали, можете прям вот такой нет, каблук? Нет, еще больше надеваю, еще выше, да. Не стесняюсь, не в принципе, да. Вы себя позиционируете как модель-фрилансер. Я, честно говоря, не понимаю, что это такое. У меня нет модельного агентства, я ни за кем не закреплена. И мне, ну, мне так легче. Я уже пробовала работать с модельным агентством. Я работала в Милане с модельным агентством. Не понравилось. Ну, как сказать. У меня были там достаточно... хорошие съемки, я познакомилась со многими людьми, мне все понравилось, да. Но когда ты должна отдавать какой-то процент людям, мне это не нравится. Итак, вот многие мечтают ходить по подиуму, да, носить какие-нибудь наряды от великих модельеров, дизайнеров. А какие подводные камни ждут вот на этом пути девушку, парня? Подводных камней на самом деле очень много. Отдавать процент?
Отдавать процент как минимум. Один камень большой. Да, но об этом всегда предупреждают. Вот модельное агентство, вы же подписываете договор с ним, то есть это все прописывается. Бывают плохие модельные агентства, которые могут девочек оставлять вообще без зарплаты. Я встречала таких девочек, они делились своими историями. То есть да, есть такой момент. Бывает, что тебя отправляют на съемку, которая тебе кажется вульгарной, так скажем. А ты отказать не можешь, поскольку подписывала контракт. Есть и такое. То есть ты, конечно, можешь сказать, мне это не нравится, да, но... А вот эти ранние подъемы, не знаю, работа, возможно, там с 8 и до 8 вечера, а то и не больше. Поел. Есть такое что-то? Ну, это даже и не подводный камень, это как есть. Как у всех. Это как у всех, да, это ведь тоже работа. Может, не требующая каких-то там особых знаний или получения диплома, но это такая же работа. Как умело и правильно пользоваться социальными сетями для того, чтобы тебя заметили, для того, чтобы тебя пригласили в модельное агентство? Ну, что нужно делать? На своем примере, например, на моем примере, я начала выставлять просто фотографии в социальные сети. Меня пригласили сначала на первую мою профессиональную фотосъемку. Это было в Бендерах. Я получила фотографии, снова стала выставлять, писала хэштеги, модель, там, фотограф, Париж, неделя моды. И никогда не думала, кстати, что эти хэштеги вот осуществляться, да, сработают. Вот. И постепенно меня стали замечать. То есть наши визажисты... Ну, вас трудно не заметить, согласен. Наши визажисты, наши фотографы очень часто приглашали вот на фотосессии, на моделью на макияж. А потом стали замечать и заграничные фотографы, даже ближайшая вот Молдова, Украина, фотографы писали, но у меня не было возможности к ним добраться, к сожалению. А длинная жизнь у модели? Говорят, что нет, но если посмотреть, например, та же самая Ирина Шейк, уже взрослая, как бы считается, для модели, но работает. В зависимости от того, как быстро ты состаришься. Ну, вы когда планируете повесить, как правильно сказать, платье на гвоздь? На гвоздь, не знаю, каблуки, вешалку на гвоздь, платье, каблуки. Да. Не брать трубку, когда Версачи звонит. Честно, не знаю. Для меня моделинг – это как хобби, скорее всего. Как хобби, которое позволяет мне зарабатывать, и, то есть, как получится. Карин, мы желаем вам удачи, желаем новых побед и желаем, чтобы ваши мечты исполнялись. И надеемся, до новых встреч. Спасибо большое. Да, удачи вам.